Первыми современное покрытие в новом зале опробовали танцоры, но спортсмены в стороне не остались. На торжественное открытие центра пришли все члены Федерации по бадминтону. Этот зал станет новой вехой в развитии этого, казалось бы, очень простого вида спорта в Благовещенске. Впрочем, бадминтон не так прост, как кажется, говорят спортсмены. Они относятся к своему выбору очень серьезно. Бадминтон – это для меня все. Это дом, спорт и также семья в какой-то степени. Я сюда пришла, потому что мне стало интересно, как вот это вот играется все. После того, как я занималась один год, я поняла, что я смогу больше, чем просто играть где-то на площадках детских. В спортивном зале на территории Благовещенского ремонтно-механического завода сделали ремонт, постелили специализированное покрытие, на которое нанесли особую разметку, и уже составили расписание тренировок. Это стало возможно благодаря поддержке спортивного общества «Динамо». Причем новый центр стал одним из самых высоких достижений в их деятельности. Нет, бадминтоном не буду заниматься в силовых структурах, но в перспективе может одним из видов спорта, которая у нас проводится спартакиада общества «Динамо», может быть включено. То есть данный вопрос рассмотрим на пленуме. Если пленум нас поддержит, может данный вид мы и включим в спартакиаду общества «Динамо». Федерация бадминтона в городе появилась этой весной. В нее вошли полсотни человек, в том числе спортсмены с ограниченными возможностями по здоровью. И первые успехи уже есть. В июне этого года мы съездили на учебно-тренировочные сборы в город Далянь, который приходил. Мы там обучались у китайских профессионалов, поскольку эти люди номер один в мире, поэтому есть чему у них учиться. Потом мы съездили, сейчас у нас был международный турнир, который проходил в городе Хайхэ, на который приехало больше 40 человек. Мы возили команду 18 детей, и у нас есть призеры, которые заняли второе, третье место. В планах нашей сборной не просто развить этот вид спорта в Приамурье, но и выйти на региональный, федеральный, а может и вовсе на олимпийский уровень. Кристина Добровольская, Михаил Величкин, программа «Город».